правда. Человек уже себе это тоже был. Хороший фермер получился. Ну а мы все постоянный состав. Выступаем вместе уже лет 200. Вот это же, она все-таки вернулась. Нас ожидает страшный суд. Спасайтесь, время пришло. Луна и звезды упадут, несущие гнев и зло. Никто наши души уже не спасет. Бегите, как близка, палачи. Представление окончено. Время главного сюрприза. Это подарок для тебя. Открой. А можно я его домой заберу, чтобы все увидели, какой у меня подарок? Открывай коробку. А можно я сначала угадаю, что там? Торт, да? Нет, ты будешь делать то, что я скажу. Открывай коробку. Не то все умереть, я демон Бал. Я поглощу твою душу. Душу? У меня ее нет. Бездельники! Вы кого мне привели? Всем молчать! С этого момента я беру цирк под свой контроль. Ад не терпит посягательств на свою собственность. Все поглощенные тобой души предназначались нам. И в наказание за твое наглое воровство я изгоняю тебя в место, которое страшнее самого ада. На землю. Теперь этот цирк принадлежит мне. Поприветствуйте нового хозяина. Я видела все это в своих картах, но не поверила глазам. Я отказываюсь повиноваться тебе. Ты несешь смерть и разрушение. Ты обречешь души детей на вечные муки, предлагая им лишь краткий миг веселья. Баал их просто уничтожал, они даже не чувствовали боли. Они уходили счастливыми, слышишь? Ты гораздо хуже прежнего хозяина. Ты сделала свой выбор. Исчезни навсегда. Кто-нибудь еще хочет покинуть наш веселый цирк? Ты, лесная дева, кажется, предлагала мне уйти. Теперь моя очередь. Я предлагаю тебе свободу. Услуга за услугу. Благодарю тебя. Ха, поверила. Посмотрим, кто у нас остался. К тебе никаких вопросов. И это не комплимент. Мало вас осталось, но ничего. Я знаю, где взять еще артистов. А сейчас время веселиться. Развлеките меня, мои новые подданные. Добро пожаловать. Что твои? Сурово, да. Что-то от закана до рассвета. Да, от закана до рассвета вспоминается. Потому что давайте раз этот ансамбль или цирк. Ладно. И что ж, прежде чем мы пойдем отдыхать, да и вы тоже, кратенькое объявление. Между тем, дорогие друзья, на нашем фестивале, как всегда, не обходится без потерянных вещей. И, ну, душ там и прочего. И на этот раз кто-то потерял паспорт. Уважаемые...